одиночные пикеты? Почему? Можно проводить? Можно проводить? Конечно. 50 метров не бережем. Нет такого вы знаете, закона, а недопустимость. Коллеги, ну я не знаю, каждый к этому относится, но когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые ну вообще ни в какие рамки не укладываются, то ну неприятно это. Коллеги, можно еще вопрос вот задам? А вот... Вот эти вот еще я видела женщины на улице, вот они ходят, да, вот, и у них дети плачут. Я извиняюсь, а у нас же запретили плакать, нет? Извиняюсь, мне это крайне неприятно, да, видеть, как он плачет. Что он плачет? У нас что, есть повод плакать? Прекрасно живем. Что он плачет? Мне это вот неприятно, вот просто вот смотреть за этим. И вот еще, коллеги, вот есть еще такие пенсионеры, да, и вот они вот, я смотрю прямо возле Совета Федерации, они вот ходят, и у них в руках какие-то тыщи. Я извиняюсь, а мы тыщи, они же запрещены тыщи, сейчас же только 5000 у людей. Мне вот эти вот тысячи, я смотрю на них, вот неприятно, маргинального вида люди, с тыщи, мне это неприятно смотреть за этим. Извиняюсь, конечно, но... Или вот, например, я вижу, люди ездят на таких коробках железных, без водителя. И у них спереди нет такого треугольника, где вот треугольник в кружке. Это мы же запретили это ездить на такой вещи. Это ужасно. Бомжоватого вида люди ездят на таких коробках. Если уж вы ездите на таких коробках, то я извиняюсь, ездите где-нибудь там у себя, но не там, где я хожу. Я извиняюсь, мне это, ну, грубо говоря, неприятно. Я иду в отрицалово этого. Я не нусую, да, коллеги, я извиняюсь. Или вот, например, люди спускаются в метро вниз, да, под землю. Но мне это неприятно, когда они оттуда выходят, и у них запах, они пахнут друг другом. Мне это неприятно. Пускай, если они идут под землю, давайте их закапывать. Я считаю, коллеги, это правильно. Это плохо, что это есть. Мне это неприятно, я думал, это давно уже запретили мы. Людмила Борисовна, ждем от вас проект закона о запрете одиночных пикетов. Нет уж. Я не буду такое делать. Вы что, будут думать, что я ужасна? Пусть думают, что я прекрасна.